Здание «Известий» на Тверской эвакуировали из-за пожара. Это видео прислал наш гражданский репортер. По предварительной информации, загорелся кондиционер на 7-м этаже. Пожарные прибыли через считанные минуты. Они эвакуировали людей, а затем ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, а здание «Известий» на Тверской – это объект культурного наследия. Оно было построено почти 100 лет назад.